старинные покои. В выставочном зале Щелковского историко-художественного музея прошел спектакль «Вся жизнь. Дуэль» к 210-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Это своего рода театральное исследование, представленное любительским театром «Атмосфера». Спектакль рассказывает о любви, случившейся в юности Михаила Лермонтова. 12 писем к неизвестной НФИ легли в основу истории, которая происходит в Щелковских краях. О ней и говорят герои постановки. Немногие знают, что в молодые годы Лермонтов часто посещал усадьбу Петрищева. Ныне это деревня Петрищи в нашем округе. Там он влюбился, но это было неразделенное чувство. Именно тогда он написал стихи, которые звучат в спектакле. Для постановки были предоставлены материалы из фондов музея, включая редкие стихи поэта, что позволило создать историческую точность. Режиссер также использовал авторские приемы, включая нестандартную рассадку зрителей. В нашем маленьком пространстве, где, в общем-то, как таковой нет сцены, да, режиссерская находка с постановкой мест, рассадкой людей. Получается, что люди в зале участвовали в этом спектакле, сопереживали героям. И как раз вот площадка музея для такого действия очень подходит. Поскольку спектакль делался конкретно для этой площадки, мы решили все возможности, которые здесь есть, использовать для спектакля. Поэтому актеры действуют и в проходе, и на сцене. Его ничто не переменит. Меж нами руку мести он простер. И беспристрастно все оценит. В сюжете четыре героини пытаются разгадать, кто такая НФИ, и к концу находят ответ в стихах Михаила Лермонтова. Мы исследовали, мы и назвали это спектакль «Исследование» вечной темы, темы любви. Кто на что способен ради любви? Для кого эта любовь – секундный порыв ради 12 красивых строк? А для кого это что-то более глубокое. Актрисы смогли погрузить зрителей в историческую атмосферу настолько, что порой было сложно отличить игру от реальности. А потом как понять, они играли сейчас или не играли? И я вот не знаю, как ответить на этот вопрос. И хочется понять, как все-таки отличить актерскую игру от живой неактерской жизни. И вот очень сложный вопрос. Я в размышлениях. Созданный по просьбе руководства музея спектакль «Вся жизнь. Дуэль» достойно вошел в репертуар театра «Атмосфера» и еще не раз будет представлен зрителю. Мария Синина, Владислав Реус, Щелковское телевидение.